я не шутка говорю, а серьезно. Если бы советское общество было, даже я бы сказал, социалистическое общество, так скажем, вы бы уже лауреата получили. Да-да. Я такое удовольствие получаю от вашего участия. Маленький коллектив, а сколько оно души, доброты, сердца, правды. Доброжелательность. Ну, вы все пенсионеры. Конечно, хотелось бы, чтобы как-то и молодежь. А то ж мы уйдем. Просто страшно все равно. Ну как, у нас молодые пенсионерки. Но, это молодые у нас пенсионерки. Школу, 11 класс, если так. Ну это же не так просто, привлекать. Не так просто, родители. Да просто, я не знаю, мы часто бываем. По итальянской линии, вот, товарищи знают, Касьяненко организовывает, все вы знаете, Касьяненко. Вот, ну такого удовольствия, как семья, светлая, конечно, мне слезы дали, возраст, ближе и так далее. Я на вас. Касьяненко уважаемые друзья, вы знаете, у меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение. Честное слово, я вот...